Доброе утро! Сегодня я дам полезный совет о том, как такой большой пуховик поместить в такую сравнительно небольшую сумку. Поможет нам в этом деле обыкновенный пылесос. Сначала мы сделаем в пакете раструб. Теперь возьмем трубку от пылесоса и вставим его сюда. Крепко зажмем полиэтилен вокруг трубки, включаем кнопку и начинаем наблюдать. Аккуратно вынимаем трубку, чтобы туда не попал воздух. Совсем небольшой пакет легко помещается в сумку. Проще простого.